Дамы и господа, мы продолжаем. И проводим соревнование АТФС с особым удовольствием. Представляет вам женский бой, трехраундный поединок за титул чемпионки АТФС Левша Шамдезе. И в синий угол добро пожаловать, боец из Кореи. Встречайте, Ким Чон Чи! Добро пожаловать, боец из России, представляющая Владивосток, Юлия Тушкина! Ей 26 лет, рост 160 сантиметров, вес 60 килограммов ровно. В ее активе 6 боев, 1 победа, 5 поражений, представляющая Тим Чеймрей из Кореи Ким Чон Чи! А вот и ее соперница в красном углу. Ей 25 лет, рост 171 сантиметров, вес 59,84 килограмма. Ее профессиональный рекорд – один бой, одна победа. Она мастер спорта под дзюдо и самбо, представляющая клуб «Припон» из Владивостока, Россия. Приветствуйте, Юлия Тушкина! Рыбий Сергей Бородин. А как болеют вам Владивостоке, мы сейчас услышим! Я готов! Бой! Первый раунд!
Ой,
почему ты на галенке? Мужик, ангел, ты черный. А мы не забываем аплодировать очаровательным Рикос! Давай! Давай, она твоя, забивай!
блядь! До конца забывай, давай! Все, давай! Слева с правой, давай, работай! Все, давай, давай, красавица, давай! Давай, Юля, давай, все, она твоя! Слева с правой! Не дай руку! Руку сними, Юля, давай! Руку вытащи, все, молодец, красавица, давай. Садись на нее и сбегай с правой, давай. Давай, зашла, давай, давай. Давай. Аплодисменты, Владислава. Третий, заключительный раунд. На руки держи. Локтем, я прав, встречай, да. Двигайся, встречай. Владивосток, нужна ваша поддержка! Куда ты?
города Владивостока Олег Владимирович Говенюк и учредитель компании «Приморский мазут» Антон Сибитин. Итак, дорогие друзья, по завершении титульного боя обратимся к судейским запискам. Итак, 30-27, 30-27, 30-26. Единогласным решением судей одержала победу и стала чемпионкой IPFC в легчайшем весе Юлия Дружкина! Россия, Владивосток! И отдельные аплодисменты ее сопернице из Кореи Ким Йонг Чи! Yeah.